На пути к золотому пьедесталу наши ребята победили сборные Тайваня и Великобритании. В полуфинале россияне встретились с командой США, переколов соперников со счетом 45-36. В решающем матче сборную России ждали хозяева турнира – французы. В упорнейшем поединке верх взяли наши спортсмены. Счет встречи 45-42. Отметим, что для Владислава это далеко не первая победа. В прошлом году он уже выигрывал командное золото на юниорском чемпионате мира. Тогда в итальянской Вероне в финале также были повержены французы.